«Счастливой субботы!» — раздался голос в темноте. Анита ворочалась в постели. «Проснись и пой, солнышко!» — сказал ей папа, заглядывая в комнату. Было 4 часа утра. Анита открыла глаза. «Пора просыпаться!» После завтрака Анита надела свое любимое субботнее платье. Потом она обула удобные шлепанцы, а праздничные субботние туфли положила маме в сумку. Теперь она была готова идти в церковь. Анита села на заднее сиденье их семейного микроавтобуса. Папа сел за руль, а рядом с ним сел пастор Каму. Мама села рядом с Анитой сзади, и к ним присоединились еще 5 студентов. Почти каждую субботу ее родители посещали новые церкви в Индонезии, чтобы рассказывать людям об Иисусе. В 5 часов микроавтобус выехал с территории университета Маунт Калабат, адвентистского учебного заведения в Индонезии, где родители Аниты, будучи миссионерами, работали преподавателями. Было еще темно, на дороге было всего несколько машин, но папа все равно должен был быть очень осторожным, ведя машину. Ему нужно было объезжать спящих на дороге собак или останавливаться перед проходящими дорогу коровами. Анита в это время спала на коленях у мамы. Через 1.5 часа Анита проснулась, потому что они остановились. Ей больше всего нравилась эта часть путешествия в церковь. Они садились на небольшую моторную лодку и плыли через океан. Анита смотрела на темно-синюю воду. Лучи света только начинали выглядывать из-за горизонта. Теплый, влажный воздух касался ее щечек, когда об лодку били волны. Через 1 час их лодка причалила на остров, и они все пересели на другую лодку и плыли еще 1.5 часа. После этого они прибыли на остров, где в густых зеленых джунглях росло много кокосовых деревьев. Анита была рада, что она надела шлепанцы, а не праздничные субботние туфли. Ей нравилось ощущать землю, идя по дорожке. Через 45 минут Анита увидела небольшое селение с церковью адвентистов 7-го дня. Скоро уже должна была начаться субботняя школа, и в церкви было уже много людей. Они с радостью встретили Аниту и всю их компанию. Дедушки и бабушки широко улыбались, папы и мамы сияли от счастья. Они были так рады принимать гостей, ведь они понимали, что добраться до их селения совсем непросто. Маленькие дети радушно махали Аните и собрались вокруг нее. Маленькая девочка подбежала, чтобы потрогать ее белую кожу. Один мальчик с удивлением протянул руку, чтобы прикоснуться к ее рыжим волосам. У местных детей кожа и волосы темные, и они впервые видели таких, как Анита. Зайдя в церковь, мама вынула из сумки туфли Аниты и дала ей переобуться. Теперь девочка чувствовала, что готова к богослужению. После служения Анита снова надела свои шлепанцы перед длинной дорогой домой. Она была уставшей, но очень счастливой. Каждую субботу дорога к новой церкви была для нее приключением. Но самое ценное то, что каждую субботу у Аниты была возможность поклоняться Богу. Аните нравилось быть ребенком-миссионером. Эта история произошла около 40 лет назад, но дети миссионеров продолжают посещать церкви, совершая удивительные путешествия благодаря вашим пожертвованиям.